Работники старше 40 лет, которым введен дополнительный выходной день на прохождение диспансеризации, будут получать средний заработок. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. Напомним, с 11 августа в Трудовом кодексе предусмотрена норма, согласно которой сотрудники компаний, предприятий и организаций старше 40 имеют право на свободный день в рабочем графике для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Работодателя могут оштрафовать, если он откажет в праве провериться у врачей. Специалисты считают, что диспансеризация важна, поскольку помогает заблаговременно предупредить те или иные заболевания.